Термохимический приветик, товарищи, с вами Тойбохимикус и бассейны. Будем ли мы сегодня купаться в кислоте? Вот такой у меня философский вопрос. Говорят, она удаляет всю грязь. Соответственно, это значит, это хорошо. Правильно я понимаю. Так, здесь какой-то кустарник. Непонятные душевые советского типа. Красивые, конечно, вот своды красивые, реально. Такие, как бы, кристальчики какие-то. Так, здесь лавочки, можно посидеть. А кто-то купается? Я слышу там водичку. Нет, никто вроде не купается. А давай подойдем. Нет, сюда нельзя больше подойти. Хорошо. Кто думает у нас? Нельзя с ним ничего поделать, с Сократиком. Вот Сократы в бассейне стоят. С движком ничего сделать нельзя. Сюда смотрим. Лежаночка. Сейчас бы отдохнуть, полежать. И полезать химическую реакцию потепления мороженого. Какая интересная химическая формула мороженого. Кто знает. Если найдете, молодцы. Будет очень интересно узнать. Так, у нас есть одна единственная дверь, куда можно зайти. Заходим. Супер! Здесь есть электричество! Они сейчас совещаются. Угу. Мне кажется, теперь ты можешь контру поехать. Они приняли меня за шпиона. Они говорят, что я что-то украл. Все, конец связи. Энтаро Адун. Энтаро Тасадар. Так, здесь какие-то люди. Ух ты, а я не понял, что это сразу такое. Колбочка и что-то расплавленное. Ясно. Греческие какие-то рисунки. Чувак с копьем. Над колбочкой. Мне почему-то колбочка и чувак с копьем греческий. Единственный, кто вспоминается, это Меркурий. Может, как-то с этим будет связано. Снова чувак. Голые мужики. Это вообще-то серия 18+. Видели там голые мужики? Поэтому, если вы девушка, то, соответственно, только если вам 18+. Ну, или 16+. А, смотрите, голый мужик. Ну, хотя бы прикрылся. Так, что у нас? Колодец с солевой коркой. У нас есть... давайте сюда... Нет, не зальем. А вот есть вода. О! Клево, значит, сюда вода. А получится замыкание. То есть, смотрите, у нас нога медный. И второй металлический конец. Это, то есть, электричество мы будем проводить через эту... Что? Ё-моё, что это за рисунок? Похоже, честно, на блоки. Систему блоков. Не психологических блоков, а физических блоков. Так, собака. Собака-рыгака. Скорее всего. Вот это нельзя подойти, да, к сожалению. Да, нельзя подойти, посмотреть, что это за какая-то штука. И какой-то посох. Посох. Силициумо-2. А, силициумо-2. Оксиды... Ну, не знаю, вода... Сейчас вода пошла. Как я понял. По этой трубочке. Штатив для призмы. Что я взял? Я взял разбитая стеклянная призма. Зачем она мне нужна? Так, ну стояла на силициуму 2, да? А теперь я переставил на воду. Что это меняет? Подаяние. Собственно, вы можете мне тоже туда что-то отсыпать. Каких-то химикатов или чего. Оба, шарик есть. Что это такое? Ну, хорошо, допустим. Допустим. Чувак, а ты видишь, что у тебя не совсем ты одет? Ты как бы как-то странно немножко. На терминатора чем-то похож. Серьезно, чем-то похож на термин. Что это за у него за хрень какая-то в руке? Ладно. Подойду. Что у нас здесь? Ну, горячая вода. Так, здесь показано, что стоит вот этот вот штучка. На ней какая-то хернюшка. Две точечки. Не пойми, что. Не пойми, что. Так, здесь не то. А здесь вот эта плитка. Ну что, может чем-то охладить?
Водички, например. Нет, не надо ей водичка. Призмочка. Нет, не надо. Не понял. Ну, давай здесь наверх попробую поставить воду, да? Штатив для призмы. Поставим туда воду. Почему нельзя поставить воду? Нет, вода не ставится. Призма. Призма поставилась. Это разбитая стеклянная призма. Так, поставили снова назад, как было. Там дверь какая-то, кстати, сзади, если я правильно понял. Вода. Стоп, давай включим пока стекло. Здесь все подключено. Ну-ка. Нет, здесь ничего не меняется. Этот чувак держит какую-то хрень в руке. Что здесь? Ну-ка. Нет, это не то я хотел, не вещества я хотел. Нет, воду не добавить. Лимончика не добавить. Чего не добавить? Как же так? Собака! Собака, улыбака. Иди сюда, собака. Что с... А, воду давай включим. Включили воду, и теперь подойду к собаке. Где собака? Собака где-то здесь. А, тут что-то квадратное может быть. Что может быть квадратным? Призма, непонятно. Ладно, давай выйду. Чё там? Кто-то выглядывает. Эй, чувак, слава инквизиции, куда ты побежал? Зачем? Кто это такой? Знаете, это какой-то извращенец, который за нами подсматривает. Он подсматривает за всеми нашими химическими опытами. Вот же извращенец. Кстати, он куда-то побежал в кусты, может попробовать туда же побежал. Все это не работает, здесь не работает. Вот сюда он подошел, да, и куда-то нет. Оба, водичка есть. Здорово. Нет. Лимон тоже здесь ничего сделать нельзя. И это нельзя. Ну, спуститься никак. Здесь можно опуститься. А двигатели сами не работают. Ну, я думаю, рано уходить. Надо найти, что здесь еще делать. И скоро у нас будет следующая серия по энциклопедии. Нет, даже здесь не пройти никак. Никак вот вообще. И сюда никак не пройти, да? Здесь ничего нет. Значит, только сюда. Тут вот какая-то хрень. Она горит. Прямо аж сильно ярко. Здесь мужик. Он стоит. А колбочку я забрал. Так, давайте посмотрим, что у нас есть в энциклопедии. Вещества и реакции. Химические символы. Нет, а символы воздух, кислород, азот. Реакции с кислородом. Медленное окисление, реакции неметаллов, загрязнение окружающей среды продуктами горения, нейтрализатор выхлопных газов. Закон сохранения массы, превращение энергии. Это все не надо. Значение воды, значение водорода. Здесь вообще ничего нету. Топливный элемент. Большой недостаток батарей состоит в том, что... Так, мне не надо батареи, я хочу топливный элемент посмотреть. Из года в год растет число автомобилей на наших дорогах. И вместе с этим растет число проблем, причинами которых является пассажирский и грузовой транспорт. Автомобильная промышленность в связи с этим усиленно ищет пути создания двигателей,
которые могли бы максимально снизить расход горючих полезных ископаемых за счет небольшого расхода топлива, а с другой стороны, меньше загрязняли бы атмосферу Земли путем уменьшения выброса ядовитых выхлопных газов. Альтернативой является электромобиль. Энергию, необходимую для движения электромобиля, мог бы поставлять аккумулятор. Однако и здесь тоже есть большие недостатки. Со свежезаряженными аккумуляторами автомобиль мог бы проехать лишь 100 километров, а затем необходимо их снова заряжать, что может продлиться несколько часов. Поэтому машиностроение делает ставку на топливные элементы. Вот так вот. А вы на что делаете ставки? Водородно-кислородных топливных элементов для выработки электрического тока используют мощную экзотермическую реакцию водорода с кислородом. Надо сказать, что оба вещества не напрямую доставляются к месту реакции. Вот так вот. Потому что это противозаконно, ребята. Значение кислот, по следам кислот, значение соляной кислоты, химический состав, нет, хлориды, серной кислоты, гибель лесов из-за кислотных дождей, образование угольной кислоты, соли угольной кислоты, естественный круговорот кальция в природе, значение и свойства оснований, химический состав щелочей, натриевая щелочь. Здесь потихоньку главы открываются, то есть по мере того, как нужно. Но pH уровень, это то, что я в принципе и так знал, но что потребуется для прохождения. То есть, чтобы пройти какую-то загадку, вначале нужно энциклопедию полистать и посмотреть. Кислотно-щелочные реакции. Примеры реакции нейтрализации. Нет, мне это не надо. Химия углеродных соединений, метан, бутан, свойства алканов. Алканы, это очень плохо, ребята, это очень плохо. Не надо быть алканами. Как возникли нефть и природный газ? Добыча, транспортировка нефти и газа, галогенированные углероды, озоновый смог, озоновая дыра, парниковый эффект. Мне пока это ничего не надо. Утилизация отходов, что яда? Мир веществ, металлы, соли, вещества, их агрегатное состояние, диффузия. Периодическая система Менделеева открылась, история. Сила воздух, кислород, азот. Закон сохранения массы. Продуктами горения. Нейтрализатор выхлопных газов. Но если что, я не совсем понимаю. У нас есть разбитая призма. Ее поставить больше никуда нельзя. Сюда она не ставится. Вот вообще не ставится, да? Если отойти, подойти сюда, переключить снова на силициумо, то есть это как бы стекло, насколько я понял, и поставить, попробовать призму. От этого тоже ничего не поменяется. Здесь вот тоже ничего не поменяется, правильно? Да, как говорила, пустая U-образная трубка. Я пытаюсь залить туда воды. Нет, не работает. Я пытаюсь залить туда кислоты. Нет, не работает. Лимончик туда тоже не помогает. Стекло ничего не помогает. То есть это что-то не то. Что-то не то. О! О! Так, еще диск, водород. Так и можно было подойти, просто немного неправильно я стоял. Что здесь? Пустой приемник с термометром. Хорошо, а тут что у нас? Тут у нас пустой холодильник. Мы можем включить. А что есть? Так, есть диск. Обучающий чип, электрохимия. Ну давай, стоп. Опа. Я добавил. Куда его добавлять, этот чип с электрохимией? Ну... Нет, здесь нету. А помните, читали энциклопедию? Что, можно, значит, попробовать сюда открыть. Вот это закроем. Сюда добавить, допустим, воду. Давай воду. Нет, вода сюда не идет вообще. Вообще не идет.
Лимон тоже не идет. Лимонная кислота тоже навряд для призма. Нет, это вообще чуть не то я делаю. В общем, я подошел сюда. О, есть еще одна кнопочка, можем пойти на водород. Пошли-ка мы на водород. Знаете, вот некоторые идут нафиг, а мы идем в водород. Пока я не знаю, что там сделать. Поэтому давай соберу. Я помню, в прошлый раз, когда я проходил давным-давно, а там тоже я набирал много элементов и потом не знал, куда, собственно, ехать. Но пооткрывал много территорий. Давай водород. Это первый элемент, самый легкий. Нажимаем. Перед водородом должны идти протон, электрон и нейтрон. Снова следующая станция — водород. Прикинь, вы так бы называли станции метро. Как бы это было тупо. Или может быть круто. Может кому-то понравилось бы, не знаю. Так, прибыли на станцию водорода. Будьте осторожны. Здесь все может взорваться. Оба. Допрашивали. Паяльной лапой или нет? Молекулу трансмиттера. Они собираются меня судить, если я им не скажу, где эта штуковина. Как ее? Молекула трансмиттера, вот. Но я... За что мне это наказание? Я же не сделал ничего плохого. Это за то, что ты Протосом помогал. Вытащи меня! Вытащи меня отсюда! Чувак, я вообще пришел фоточки поделать. И все. А ты вытащи меня отсюда, еще что-то. Затащи. Так, еще одна пещерка есть. Хорошо. Мы вышли. А вот и, собственно, пивная кружечка, да, это и есть она. Если посмотреть. О-о-о! Офигенная башня какая-то. С кучей всяких штук. Ну пойдем. Пойдем посмотрим. Что здесь есть. Так. Прямо ого-го, каменистая местность. Здесь я ничего подобрать не могу. Но интересно, интересно. Куча пустыня какая-то. Здесь только выйти можно. А-а-а, хочу дальше. Еще повернуться. О, есть куда-то сюда проход. Что это у нас? Еще одна кнопочка, еще один диск. Здорово, кстати, диск. А другой диск куда делся? Я так понял, когда мы едем, то диски читаются, да? Здесь статуя. Что-то статуи из золота. Что-то надо будет с превращением золота. Кстати, алхимия, она как раз перед химией, которой люди заинтересовались, как превращаться из свинца золото. Из алхимии пришло несколько достаточно известных мифов. Это про философский камень, благодаря которому можно превращать свинец в золото. Панацея – это жидкость, которая лечит от всех болезней. Флавистон – такой элемент горения. Вот. Ну, на самом деле, это ошибочная теория была. Ух ты, странный механизм. А что с ним сделать? Чтобы он перестал быть странным. Лимоном плеснем. Нет, не работает так. Дверь закрыта. Переучет. Переучет, я понял. Здесь есть переучет. Так. Ну, есть какой-то странный механизм. Больше я ничего здесь не вижу. Статуя, я подошел. Статуя мне ничего хорошего не сказала. Золото забрать, экспроприировать не получается. Так, что тут? Стоп, стоп, стоп. Видели? Там что-то можно сделать. Но не зря ж такая зона там появилась. Какая-то непонятная. Не-не-не-не-не, тут ничего нету. Тут я тоже ничего не вижу. Ну, возвращаемся. По-моему, я еще что-то подобрал. Интересного, да, какую-то кнопочку. Плюмбум и... Давай сюда. Да, вот так, сейчас открою кучу зон, и снова будет непонятно, что делать. Погнали. Вперед. В любом случае, нам нужно дальше двигаться, а там уж куда принесет кривая.
этого химического метро. Кстати, непрактично. Такой грандиозный туннель всего лишь на капсулой для одного человека. Оба-ба. Все есть. Вставляю плюмбом снова. СН, я не знаю, как элемент расшифровывается. Ну давай. Мы приехали. О! Нормально теперь пошло. Все. Вчера они дали мне немного поесть. Поздравляю. Я послушал их разговор, они... Слушай, речь действительно идет о какой-то молекуле. Все вертится вокруг нее. Они долго спорили, могут ли они ее воспроизвести, но я так ничего не понял. Может, тебе удастся что-нибудь выяснить? Я еще раз выйду на связь. Чувак, я в химии понимаю еще меньше твоего. Я только макароны могу отварить. Собственно, это, ну, чуть больше. Я могу не только макароны отварить, еще могу и суп сготовить. Это все мои познания в химии. Ну, еще знаю, что есть кислоты и щелочи. А ты мне предлагаешь, чуть непонятно. Кстати, снова, накип, а ну, есть лимон. А куда пропало? Подожди. Стоп. Не-не-не-не-не. Тут же ж... А как здесь прокрутить? Как прокрутить? У нас же ж... А давай-ка я вернусь назад и вставлю вот эту такую штучку из тетриса сюда. Никель, купрум, цинк, аргентум. Металлы. Назад. Я посмотрю, теперь есть больше. О, теперь вода появилась. Но все равно нельзя прокручивать полностью вниз, да? Цикл. Попробую сейчас хим реакцию. А что делать с вот этими? Почему они не работают? Куда их вставлять? Кстати, вот еще один, да? Ё-моё! Нет. А подсказки нет, куда их вставлять, да? Куда хочешь, туда и вставляй. Шикарно. Нет, так он не работает. Нету никакого привода, я не вижу, да? Чтобы вставить. Здесь ничего не перелистывается. Вверх-вниз стрелочки не нажимаются. А-а-а, химию! Твою налево. Надо будет разобраться, что уже в следующий раз. Да? Значит, у нас СО2 здесь, или СО4, не видно, да? И О2, воздух и кислота. Пустой реактор. Вот это у нас реактор. Здесь можно проводить атомную реакцию, да? И выдобывать электричество. Кстати, а вот и колесико, которое было нарисовано в книжке, да? Здесь мотор без трансмиссионного вала. Собственно, поэтому, наверное, он и застрял, что какой-то трансмиссионный вал сломался. Так, здесь вытяжка есть. Очень интересно. Открываем. Лифт! Жуткий лифт. А, кстати, сейчас это напоминает, как в физикусе был лифт. Только он здесь немного другой. Но та же схема. Только там виды были красивее. Так, стоп, я вышел куда-то. А, это, по-моему, жерло вулкана. Смотрите, телескоп, к которому подойти нельзя, к сожалению. Здесь тоже ничего сделать нельзя. Опа! Это, наверное, к валу подобрал. Здесь ничего не открывается. Книжки никакие не взять, кристальчика не взять. Хорошо, назад. Глобус. Не посмотреть. Можно было бы интересно посмотреть, как у них мир устроен. Но судя по тому, что я вижу, мир у них очень странный. Ну, какой-то один фактически континент, да, с множеством озер. Что-то такое странное. Так, у нас есть две кастрюльки. Пустое ведро, пустое пробоотборник. Ну, я ничего не могу сделать с этим. Посмотрим, механизм есть.
четко. Здесь ничего сделать нельзя. Горы, красота. Свежим воздухом можно подышать. Кстати, это ж тот, наверное, вулкан, про который говорили, что он дышит и чуть ли не смертельная опасность. Что-то я смотрю, они слегка преувеличили. Опа, а это что такое? Кстати. Нет, тут ничего не сделать. Здесь ничего не сделать. О! Есть. Взял льда. А давай добавлю сюда лед. Нет, туда лед не добавится. Хорошо, сюда. И сюда лед не добавится. Куда бы лед еще всунуть? Здесь ничего нету. Ведро. Пошли вперед. Лифт. Но. А здесь на другие этажи, я так понял, нельзя ездить. Только вот два. Зачем это окошко вообще? Ну, разве что процесс езды, собственно. Могли бы добавить какой-то красивый вид. А так здесь просто что-то убожество какое-то. Так, что у нас здесь? Это, собственно, наш этот. А, давай вниз, где у нас есть вот эта вот фигня. Как это нет? Как это не сюда? Что это такое? Шнек из стали. Да это сюда точно. Нет. Нет. Шнек из стали не сюда. Не пойми тогда чего. Хорошо, попробую поехать на, собственно, этот самый Тетрис. Уровень Тетриса. Разные металлы. Как же быстро он гонит. Не гони ты так. Остановку пропустишь. Хорошо, что все автоматически останавливается. Потому что если бы здесь еще был симулятор машиниста, я бы не смог. А есть симулятор машиниста, и когда-то мы его посмотрим. Опа! Странный механизм снова. Фигня. Так, у нас есть переключение. Купрум-плюмбум. Что-то непонятное. Так. Что это такое? Какие-то пиалочки. Здесь что-то поставить. Но у меня нечего поставить. Диск может этот поставить? Нет. Они не ставятся. Кто знает, зачем эти диски, напишите, пожалуйста. Потому что я не вкурил. Я еще не вкурил всей этой красоты. Так. Ну, что здесь? Цинк. Хорошо. Переехали к цинку. Ой, дверь открылась. То есть здесь что-то таки есть. О! HNO3, азотная кислота. Заберем. Барий NO3 дважды. Как нитрат бария. Я не знал, что это такое. Нитрат бария. Что здесь еще есть? Нет, здесь ничего больше. Фарфоровый тигель. Фарфоровая чашка для химических элементов. О, алюминий и силиций. Видите, вот тоже ничего фактически я не делаю, пока не химичу, а просто забираю элементы периодической таблицы. Как-то вот так вот. Здесь снова фарфоровый тигель, но есть горелка... Горелка кого? Бунзена. В чем смысл? Чем она отличается от обычной горелки? Для меня пока загадка. Так. Тут есть, а это нельзя ничего посмотреть. Здесь все порошок. О, лабораторный журнал. Зеленое стекло. Оксид железа 2, оксид меди 2, оксид хрома 3. А, коричневое стекло. Оксид железа 3. Матовое. Оксид титана 4. Голубое стекло. Оксид марганца 4. МНО2. Фиолет. Оксид... Красное стекло. Так, здесь есть разные стекла. В плоскую миску наливают воду, добавляют соль и желе, желатин. А во вторую миску наливают раствор нитрата серебра. В третью миску наливают раствор тиосульфата натрия. Затем берут листок бумаги, окунают его сначала в первую миску, а затем во вторую. Используя приготовленные шаблоны, засветите в
бумагу в течение некоторого времени. Высвеченные места принимают оттенок от темно-фиолетового до черного, в то время как участки остаются белыми. Под действием света хлорид серебра распадается на хлор и металлическое серебро, распределенное по бумаге тончайшим слоем. После этого бумагу опускают в темную миску. Я думал, это что-то такое, что можно было бы покурить, а это бумага, походу. Тиосульфат натрия в реакцию с хлоридом серебра и образуется водорастворимый комплекс. Таким образом, после промывки с бумаги удаляются излишки хлорида серебра. Ну, это что-то про фотографию было. Ладненько. А знаете, что я понял? Я понял такую штуку, что я ничего не понял. Ну, на самом деле, что? А чтобы проходить ее действительно достаточно легко, нужно читать энциклопедию. Следующая серия будет посвящена именно энциклопедии. Поэтому... посмотрим, какая часть, да? Поэтому до следующего эпизода. Только революция, только победа.